Всем доброе утро. У меня 11 мая. Вес сегодня на месте. Я что-то отекшая с утра. У меня 160 грамм хачапури и 30 грамм 10% сметаны. И кофе. 2 грамма кофе растворимого. У меня сублимированный. Остальное вода. Я ее не считаю. И 50 грамм молока и 15 грамм сахара. Сахар я ем. Не так часто, но ем. Не как раньше. Через каждые 2 часа кружка кофе с сахаром и вкусняшка еще вдобавок. Завтрак мой на 515 калорий. На 515 калорий. Тут есть ничего. Кто там у меня сидит? Обалденное. Завтрак. Делаю из 2 пачек творога. Ой, из 2. Делаю из 1 пачки творога. Получается на 2 раза. Моя вкуснота. Ну и кто там? Так, ладно, я буду есть. Доедать уже, можно сказать. Свои ленивые хачапури. Встретимся в обед. Всем пока. Худейте легко и вкусно.